Каждую последнюю субботу месяца глава района Роман Синеговский вместе со своими заместителями проводит расширенный прием граждан. С какими проблемами приходили к руководителю района жители и как решились их вопросы, смотрите в первом материале выпуска. Прием граждан начался в 8 часов утра. К этому времени в здании шахматного клуба «Белая ладья», где проходила встреча, уже собралось около десятка человек. Каждый сюда пришел со своей проблемой и бедой. Благоустройство, газификация, соцподдержка, вопросы медицины и образования. Вот только некоторые темы обращений славянцев. Юлия Камшей на прием приехала из хутора Беликов Кировского сельского поселения. Их семья держит подсобное хозяйство, но пасти коров негде, так как поле для выпаса незаконно захватил местный предприниматель. Благодаря вмешательству главы района этот вопрос удалось разрешить. Приехали к Синеговскому Роману Ивановичу по поводу земли. У нас 4 года назад взяли в аренду поле. Поле, ну, это как был выпас. Мы купили дом, оно было заброшенное поле. Мы его привели в порядок, жатку наняли, закосили, все чистенько. Чисто для своего, ну как, для телят. Через полгода у нас объявился хозяин. Ну, я думаю, что Роман Иванович нам поможет, потому что с дорогой нам спасибо помог. Я думаю, и с полем разрешит вопрос. Глава района принимал вместе со своими заместителями. Каждого пришедшего на прием человека выслушивали. Если проблему, с которой он обратился, можно было решить на месте, решали. Если нет, записывали в карточку, чтобы взять решение вопроса на контроль. Жительница Славянска на Кубани Марина Коновалова пришла, чтобы озвучить проблему, с которой столкнулись жители улицы Шаумяна, от улицы Крупской до Батарейной. Во время дождей эту территорию подтапливает. Кроме этого, здесь необходимо отремонтировать тротуар. На протяжении уже многих лет, когда проходят даже незначительные дожди, у нас постоянно стоит вода. И поэтому невозможно пройти, так как на дороге тоже постоянные лужи. Это мы наблюдаем из года в год. И хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание. Вопрос Марины Коноваловой был адресован главе города. Выслушав заявительницу и ее предложение по решению данного вопроса, руководитель городской администрации Александр Коновалов пообещал выехать по указанному адресу и уже там, изучив ситуацию на месте и пообщавшись со всеми жителями улицы, принять решение по ремонту данного участка дороги и тротуара. Всего на приеме граждан побывало около 50 человек. 24 из них принял Роман Синеговский. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Сергей Тимовский. Программа «События». Yeah.